Вот для начала надо, наверное, посмотреть, что у нас прокачалось. А, один уровень всего. Ты поместила паразита в тело Протоса. Да. И что? Умно. Предусмотрительно. Протосов нельзя заразить, но можно внедрить чужеродный организм. Происхождение паразита неизвестно. Это я его создала. Не только ты можешь манипулировать генами. Неожиданно. Продолжу работу. Подвид таракан готов к улучшению. Обнаружен исследовательский комплекс протосов. Проводимые эксперименты полезны для роя. Нужно уничтожить протосов, получить результаты экспериментов, улучшить рой. Так, и что у нас? Труповик. Штурмовая единица дальнего боя при атаке. Заражает противника. В момент гибели противника образуются два труплинга. Интересно. При атаке снижает скорость атаки и передвижения противника. И что будет лучше? Вот этот труповика взять, да и все. Сейчас посмотрим, что там. Прикольные задания, прям интересно. Если таракан ранен, его можно приказать закопаться и выкопаться, чтобы вынудить противника переключиться на другую цель. Планета Кантор. Обнаружена секретная база протосов. Много подопытных образцов. Захваченная многоножка – опасный паразит. Что ж, почему бы нам не дать ей порезвиться? Паразиты внедряются в хозяина, затем вырываются из его трупа. Эссенция должна достаться нам, не протосам. Эссенция получена. Интегрирую генетический код паразита. Подвид труповик. Вживляет труплинга паразита. Вылезает из вражеского трупа. Вперед! Не щадите никого! Сбежать, уничтожить... А, подожди, так а зачем вы ее тогда расставляли, эту фигню всю? Чтобы этих внедрять.
А, они помирают. Ё-моё. Троплинги первыми атакуют противника. Протосы уничтожены. Эссенция многоножки получена. Ну, прикольно. Планета Мелус-4. Среда стимулирует эволюционное развитие. В прудах развиваются микроорганизмы. Поколения тараканов поглощали жидкость. Дисфункция органов. Погибали. Выжившие адаптировались. Вступили в симбиоз. Новый подвид кислот готов к бою. Я чувствую присутствие протосов. Посмотрим, каковы эти новые тараканы в бою. А может и этих взять. Замедляют, классно будет. Подвид кислот. Едкая слюна подрывает противника, замедляет движение, замедляет атаку. Механизмы не работают. Не могу атаковать. Нужно сосредоточиться. Дополнительные тараканы на подходе. Чудовища! Тяжело! Thank you.
кислот готов. Протосы уничтожены. Нужно подготовить генетический код. Возвращаюсь в эволюционный отсек. Генетический код готов к интеграции. Жду решения. Ну, пускай этот, наверное, будет. И героев снижает. И скорость атаки. Эволюция завершена. Так, гидролиск у нас что? Дальше атакует. Этот быстро бегает. При том, что он еще. Ну-ка. А это чё? Когти землерои. Так. Скорость восстановления здоровья повышается. Ну это прям самая лютая тема. А это что? Больше урона? Не, пускай лечится лучше. Назад. Дело сделано. Золотая армада никогда не узнает, что мы здесь были. Хорошо, что этого протоса больше тут нет. Было сложно терпеть ее псионное присутствие. Она умерла, пытаясь спасти своих друзей. Достойная смерть. Какая разница, как она умерла? Я убью любого вставшего на моем пути. Но это не значит, что мне нравится убивать. Неужели даже смерть Арктура Менгска не принесет тебе удовольствия, королева? Хватит разговоров, Иша. Ну и что, и куда там? О. Неужели это Зератул? Зератул. Тебе нужно. Поверь. Керриган, я был там, где все началось. Перед тобой Зерус, родная планета Зергов. Именно тут Темный нашел их и изменил. А еще остались истинные, изначальные зерги. Они сражаются. Убивают. Эволюционируют. Тот же путь предстоит и тебе, если выживешь. Зерус Чар. Ну, Чар это где этот?
кто там. Чар долго служил главным ульем Роя в секторе Капрулу. За контроль над планетой сражаются силы тиранов и зергов. Чтобы объединить разобщенный Рой, тебе придется завоевать Чар. Сначала тебе придется сразиться с вышедшей из повиновения матерью стаи Загарой. Она не отдаст свою стаю без боя. Ну а здесь... Серус, родной мир зергов. Он находится далеко за пределами сектора Капру. Керриган, ты должна отправиться на эту древнюю планету, изучить ее тайны и впитать ее силу. Ну это, короче, Рейвик, это типа танка. А это быстрая воздушная. И то атакует. Неплохо. Наверное, надо сначала сюда идти. Ставка Ворфилда. Доминион плотно тут обосновался, пока меня не было. Ну ничего, как только у меня снова будет армия, генералу Ворфилду придется отправиться домой. Я не могу обнаружить темного тамплиера. Он прячется на Левиафане, готовится нанести удар. Он ушел. И какую бы цель он ни преследовал, он для меня не угроза. По крайней мере, не сейчас. Разве не зерги могут быть угрозой для нас? Никогда не сомневайся в моих словах. Как скажешь, моя королева. Одна из матерей стаи, Загара, отказывается признавать, что ты королева клинков. Прежде чем ты сможешь отвоевать чар у тиранов, тебе придется вновь присоединить стаю Загары к Рою. Ну давай. Гиблинги из зерглингов. Стая Загары обитает в кислотных болотах Чара. Там хранятся миллионы яиц, которые ты запасла на будущее. Судя по тому, где она расположила основной улей, Загара хочет собрать на болотах как можно больше яиц. Она пытается собрать армию. Но как она выведет зергов из яиц? Она может поместить их в пруды рождения, чтобы ускорить появление зергов. Я расположила наш основной улей неподалеку от такого пруда. Значит, я соберу достаточно яиц, чтобы создать свою армию и уничтожу Загару. Для начала рабочие, все как обычно. Ты не королева клинков. Ты слабая и жалкая тиранка. Улетай с чара, пока можно. Эти яйца принадлежат мне, и роем управляю я. Загара привлекла внимание диких гиблингов. Они атакуют ее. Покончим с этим.
Загара ушла по тоннелю на свою базу, чтобы восстановить силы. Она еще вернется. Гиблинги очень полезны. Переродившиеся зерглинги. В гиблинга может мутировать любой зерглинг. Я чувствую, что неподалеку есть нетронутые яйца. Я должна добраться до них раньше Загары. Так, и чё, это яйца, короче? Ну, сначала строиться надо, чё. И королев, кстати, замутить. О, а это чё? Новым улучшением и строением. Это я что-то упустил. О, они мгновенно построились. Вот эта тема прям. Что я там могу построить? Гнездо гиблингов, омут рождения. Внимание! Стая зерглингов приближается к нашему основному улью. А, так она собирает, ни хрена. Нам нужно больше минералов. Поблизости есть несколько зараженных тиранских построек. Они привлекают диких зергов. Я буду уничтожать их, если обнаружу. Чтобы максимально эффективно добывать газ, отправь в экстрактор 3 рабочих. Рой жаждет крови. Вперед!
Я иду. Покончим с этим. Рой не знает усталости. У нас мало времени. Я сокрушу любые преграды. Это мой мир. Я не могу умереть. Я Рой. Это мой мир. Где-то поблизости есть еще яйца. Что теперь? Покончим с этим. Говори скорее. Рой не знает усталости. Я иду. Вперед! Мы уничтожили одну из зараженных построек. Остается еще одна. Рой не знает усталости. Это мой мир. У нас мало времени. Да? Это мой мир. Где-то поблизости лежат яйца, я чувствую это. Атакованный! Вперед! С этим гнездом что-то не так. Из этой кладки готовы родиться гиблинги. Рой не знает усталости. Мы разрушили последнюю зараженную постройку тиранов. Рой не знает усталости. У нас мало времени. Что теперь? Наши войска атакованы. Атакует Рой. Вперед! Наши войска атакованы. Я вернулась, и теперь ты заплатишь. Я сокрушу любые преграды. Это мой мир. Рой не знает усталости. Да? У нас мало времени. Рой не знает усталости. Говори скорее. Вперед! Это мой мир. У нас мало времени. Тебя никто не спрашивал. Я сокрушу любые преграды. Это половина есть. Покончим с этим. Я иду. Улучшение завершено. Я слушаю тебя. Рой не знает усталости. Я не могу умереть. Я Рой. Тебя никто не спрашивал. Покончим с этим. Рой не знает усталости. Покончим с этим. Рой не знает усталости.
Я сокрушу любые преграды. Это мой мир. Я иду. У нас мало времени. Вперед! Рой жаждет крови. Наши войска атакованы. Рой не знает усталости. Вперед! Не думай, что эти никчемные кладки гиблингов тебе как-то помогут. Покончим с этим. Рой не знает устал. Еще немного. Рой жаждет крови. Я сокрушу любые преграды. Вперед! Тебя никто не спрашивал. У нас мало времени. Рой не знает усталости. Все. У меня достаточно яиц. Абатур, размести их в прудах рождения. Мне нужны войска. Конечно. Ускоритель развития. Раствор созревания. Армия будет готова через несколько секунд. А теперь... Загара пожалеет, что выступила против меня. Тебя никто не спрашивал. У нас мало времени. У меня еще есть время, чтобы остановить тебя. Невероятно! Как ты можешь управлять такой армией? У нас мало времени. Наши войска атакованы. Это мой мир. Я слушаю тебя. Убить ее. Моя королева, я лишь выполняла твой приказ. Стойте. Я приказала тебе восстать против меня? Ты велела всем матерям стаи быть сильными, сражаться и завоевывать. Ты сказала, что зерги повинуются силе воли. Твоя воля сильнее, и я буду служить тебе. Хорошо, Загара, я сохраню тебе жизнь. Я собираюсь восстановить Рой, и ты станешь частью моего плана. Моя королева... Так, что здесь? Спасено гнезд. Так, мы уровни Керриган прокачались. И дайте Загаре не отмыться, прикольно. Загара здесь, она ждет твоих указаний. Загара, скажи, что бы ты сделала, чтобы изгнать тиранов?
Я бы полностью уничтожила их войска на плато Бесстрашие, но добраться до него можно только одним способом — через костяной ров. Тираны уничтожили зараженную платформу и теперь контролируют небо над плато. Мы будем легкой мишенью. Меня это не заботит. Ворфилд еще не знает, с кем связался. А как быть с артефактом Зелнага? Он может быть все еще у тиранов? Возможно, но я знаю, что он уже не на чаре. Опасности нет. Знаешь, почему я тебя победила? Ты оказалась сильнее меня. Нет. Значит, быстрее. Нет. Не играй со мной, моя королева. Раскрой свой секрет. Поговори с Абатуром в эволюционном отсеке. Он мне расскажет. Он тебя изменит. Иди. Рой снова набирает силу. А что до тебя, Ворфилд? Мы отвоюем эту планету. Пусть твой император знает, что мы идем к нему. Иша, я везде вижу следы старой королевы клинков. Но я не могу вспомнить, почему я так долго держала войска здесь, на чаре. Ты изучала будущее, готовилась к великой войне. К войне? Объясни. Ты ничего нам не рассказывала. Говорила только, что тебе было видение нашего исчезновения. Ты хотела, чтобы мы сражались до последнего. Я этого не помню. Совершенно. Так, эволюционный. Ну-ка, вот Керриган, что? Еще один уровень. Так, регенерация, регенерационная кислота. Помимо нанесения урона при взрыве также лечит ближайших союзников и здания. Ничего себе. Радиус действия увеличивает. Что, вот лечилку взять? Хотя зачем? Пускай радиус будет. Но это бронированных каких-то, это пехота, а это непонятно зачем лечить. Не всегда же будут войска. Ладно, пускай радиус. Расскажи мне, как ты изменил Загару? Вид, мать стаи, уже могла решать сложные проблемы, обучаться, руководить, фокусироваться на нескольких задачах. Повысил плотность мышц, увеличил площадь коры мозга. Может предусматривать многочисленные варианты развития. Гибкое мышление. Возможно, стоит поступать так же со всеми будущими матерями стай. Расширение объема мозга при текущей роли матери стаи не обосновано. Больший объем требует больше энергии. Также увеличивается независимость. Противоречит аксиоме, зерк не должен представлять угрозы для лидера роя. Времена меняются. Я хочу, чтобы мои слуги были как можно опаснее. Так, эволюции нет никакой. Ну, значит, задание. Чтобы добраться до плато Бесстрашие, нам нужно провести рой через костяной ров. Тираны используют против нас все, что у них есть.
три уровня, значит будет 20-й, и будет уже какая-то способность еще. Королева Роя – важное звено любой армии. Они помогают лечить войска, эффективны в бою с воздушными и наземными, и могут размещать опухоли для распространения слизи. Это костяной ров. Единственный подступ к тиранской крепости. Я уже пыталась провести по нему свою стаю, но тираны выпустили против нас крейсеры Горгона. Они открыли по нам огонь. Моя стая редела на глазах, а вместе с ней умирала и надежда отвоевать чар. Смотри, это гнезда слепней. Они могут уничтожить крейсер класса Горгона. Их нужно только пробудить. Нам нужно просто прорваться через ров, а не тратить время на крейсеры. Если атака будет неожиданной, мы сможем обойтись малыми жертвами. А если нет, то Рой будет истреблен. Тебе нужно научиться видению, Загара. Планируй, анализируй, рассчитывай. Нужно разместить опухоли рядом с гнездами слепней. Тогда они пробудятся от спячки и уничтожат Горгон Ворфилда. Чебяник. Генерал Ворфилд задействовал крейсеры Горгона. Первый из них уже на пути к Улью. Какая громадина. Неудивительно, что в ущелье помещается только один такой корабль. Дух ему и не нужно. Скорее, распространи слизь до гнезда, чтобы разместить рядом с ним опухоль. Мы разместили опухоль возле первого гнезда. Пробудись. Уничтожь эту Горгону. Начало конца, Ворфилд. Гнездо слепней потратило всю свою жизненную силу, чтобы сбить Горгону. У нас остались другие. Создай опухоль возле следующего. Быстрее. Выкладывай. Так, ну прорываться-то дальше по-любому надо. Опухоль атакована. Выслать еще одну Горгону в бой! В биомассе зергов обнаружена полезная эссенция. Ценные гены. Получить. Сделать королеву клинков более сильной. Тебя никто не спрашивал. Вот. Покончим с этим. Это мой мир. Я сокрушу любые преграды. Рой не знает усталости. Я иду. У нас мало времени. Наши войска. Атакованный хватает надзирателей. Это мой мир. Покончим с этим. Что теперь? Вперед!
Рой жаждет крови. Говори скорее. Это мой мир. Да? Вперед! Сбросить десантные капсулы. Я сокрушу любые преграды. Чтобы максимально эффективно добывать газ, отправь в экстрактор 3 рабочих. Вперед! 2 крейсера уничтожены. Сюда двигаются новые. Распространяй слизь. Выслать новую Горгону! Уничтожить Керриган! Наши войска атакованы! Спасибо, моя королева! Еще несколько отрядов зергов остаются закопанными среди погибших. Я хочу, чтобы ты была ближе к линии фронта, чтобы порождать опухоли. Понимаю. Чем больше будет опухолей, тем быстрее распространится слизь. Я сокрушу любые преграды. У нас мало времени. Это мой мир. Что теперь? Это мой мир. Наши войска атакованы. Я сокрушу любые преграды. Тебя никто не спрашивает. У нас мало времени. Мрак атакует улей. Вперед! Я слушаю тебя. Наши войска атакованы. Мрак атакует улей. Покончим с этим. Мрак атакует улей. Очередная Горгона уничтожена. Разбуди еще несколько гнезд слепней. Выслать еще один крейсер. Вперед! У нас мало времени. Наши войска атакованы. Тебя никто не спрашивал. Я иду. Это мой мир. Я сокрушу любые преграды. Рой не знает усталости.
нас мало времени. Наши войска атакованы. Рой не знает усталости. Покончим с этим. Так, а где еще эта фигня-то? Мы можем строить только на слизи. Зараза. Я слушаю тебя. Мы можем строить только на слизи. Говори скорее. Один. Ворфилд, отдай мне эту планету. Никогда, Керриган! Генерал Ворфилд высылает еще один крейсер. Этот ров полон костей, и все это кости зергов. Совсем скоро и твои будут лежать там же. Покончим с этим. Рони атакует улей. Я слушаю. Наши войска атакованы. Тебя никто не спрашивал. Наши войска атакованы. Рой не знает усталости. Вперед! Это мой мир. Покончим с этим. Я сокрушу любые преграды. Я иду. У нас мало времени. Попробуй справиться со мной. Жаждет крови. Я слушаю тебя. Наши войска атакованы. Мы потеряли еще один корабль. Ты заплатишь за это, Керриган. Выслать еще одну Горгону в бой. Да.
Вперед! Жаждет крови. Это мой мир. Я сокрушу любые преграды. Выслать штурмовой отряд к этому гнезду слепней, пока зерги не активировали его. Очередная горгона уничтожена. Разбуди еще несколько гнезд слепней. Эта планета принадлежит доминиону тиранов. Я не отдам ее. Еще как отдашь. Это ведь твоя последняя горгона. А где еще эта херня-то? Рой жаждет крови. Что теперь? Наши войска атакованы. Опухоль атакована. Да. Биомасса получена. Хорошие гены. Это мой мир. Говори скорее. Вперед! Выкладывай. Рой не знает усталости. Я сокрушу любые преграды. Слушаю тебя. Невыполнимая команда.
точно. Отступить! Повторяю! Всем войскам Доминиона, находящимся в костяном рву, срочно отступить! Мы потеряли ущелье! Керриган, это Ворфилд. Я знаю, что ты меня слышишь. Хочу кое-что сказать тебе. Приводи сюда весь свой рой. Приводи всех, кто у тебя есть. Тогда мне не придется разыскивать оставшихся, когда мы уничтожим тебя. Увидимся на плато Бесстрашие, старик. Более 4 единиц, но это нормально. И при станции наблюдения. А вы мне боец. Ну круто.